Пионерском Советского района новоселами стали 36 семей. В современный многоквартирный дом они переехали из ветхих и аварийных в рамках выполнения национального проекта «Жилье и городская среда». Пионерский сегодня лидер по строительству жилья в муниципалитете. В этом году в эксплуатацию сданы 2 четырехквартирных дома и 1 шестиквартирный. В планах на 22-й – 80-квартирный. Новое жилье теплое и просторное, с ремонтом и сантехникой. Впереди у тех, кто переезжает, приятные хлопоты, связанные с обустройством. Вот мы сейчас прошлись по первому этажу, первого подъезда, да, и порадовались за них, потому что отделка стен, полы, все выполнено качественно. Если какие-то, наверное, будут вопросы в последующем при освоении уже обжития этого жилья, будут у жильцов, естественно, есть гарантийные какие-то моменты, которые будут выполняться.